Okay, ready? Gosha, have you finished drawing? Zin? Finished? Yes? Okay. Alex, finished? Yes. No? Yes? Okay. А какие новые слова вы писали в свои словарики? Какие новые слова надо было выписать в словарике? А? Какие новые слова у нас были? Так, лог, наверное, бревно, да? Полено, бревно, please write. Мы договорились, что у нас будут словарики, да? Что там? Специального плана, может быть. Не могу сейчас показать вам, где подевалась штучка моя. Вот, то есть словарик такой вот, может быть, нашла. Вот. Такой какой-нибудь, да, куда мы будем записывать новые слова. Вот, либо это будет любой блокнотик, либо пока его нет, как Ярослав, мы записываем с другой стороны тетрадки. Записываем. Лог, бревно, полено. Саша, Алекс, с другой стороны тетрадки пиши пока. Гоша, ты знаешь слово лог? Не знаешь, надо записать. Вот тут пишем пока. Лог. Лог, бревно, полено. Еще новое слово. Фог, туман. Ярослав, please. Yeah, right. Угу. А потом перейдем уже к вопросительным словам. Question words. Yes? A pen. A pen. A pencil for book. Yeah. Yes, слово тире, да. Просто слово тире, Варя. Угу. Лог, тире, бревно, полено. Фог, туман. Ну и я думаю, пег. Крючок. Крючок, вешалка, да? Крючочек, вешалочка. Peg. Leg, если кто не знает, нога, надо записать. Leg. Ну и, в принципе, все. Все остальное вы знаете. После фога. Наверное, peg, крючок. Крючок для одежды. Вешалочка, крючок. Окей? Okay. Что ты написала? Leg, нога. Leg, нога. Фог, туман. Фог, туман. Лог, бревно, полено, фог, туман, пег, крючок, вешалка и лег, кто не знал, нога, лег. Окей, friends. So now, look here, look up, W, H, A, T is What? Что? What? Когда мы спрашиваем о чем? Что? О чем? Спрашиваем. What's this? Что? О предмете. Вот что я хотела услышать, Ярослав. Thank you very much. Конечно. Когда мы спрашиваем о предмете, например, a car, okay? A car. H. Sorry, W H O. Who? Когда мы спрашиваем о живом предмете. О человеке. Что у человека? Только человека. Okay. Who? And how? Как? Когда мы спрашиваем о чем? Как дела? Как дела? How are you? Как дела? То есть, когда мы спрашиваем о настроении человека. Итак, еще разочек. What? Спрашиваем о предмете. Who? О человеке. How? Как дела у человека? Как дела? Ну, у человека. Или не только у человека, у собачки тоже могут быть дела. Так, окей, friends. Ну, а теперь я называю слово, вы мне его просто показываете. Посмотрим, как вы научились читать эти слова. Итак, what? Ярослав, try again. Окей. Ага, thank you. How? Thank you. What?
Thank you. А теперь, если я хочу спросить что-то про человека, да? Вопрос о человеке задать. Что вы поднимете? Who? Try again. Yes. Who? Try again. Попробуй еще раз. Try again. О человеке мы спрашиваем. Who? Who? Okay? Так, если я хочу спросить, как дела? Как вообще? Как настроение? Как дела? How? Yes. Мы же поем с тобой в начале урока. Hello, how are you? How are you? How? Okay. Если я хочу спросить о предмете. Ой. Ah, yes. What? Okay, thank you very much. Ну что ж, а теперь ваша очередь, да, без меня поработать. Look, please, at the pictures. Look at the pictures. Поднимаете и называете предмет, okay? Yes. Уже подняли и сказали, не слышу. Who? 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 Yes. Алекс, вот тебе подсказочка. Who? Это же девочка у нас, да? Значит, who? Так, okay. What? Door. What? What? Ярослав. Я не вижу. What? What? Okay. Door. What? Не слышно вас. Who? Света, не слышно тебя. Who? Но это не who. Who? Who? Yes. Подсматривайте сюда. Okay. Who? 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 What? Это что, предмет? Это учитель. Сейчас получишь. Who? Yes. Who? Предмет. How? 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 Как дела? How? Все эмоции это how? How? Не слышу вас. How? 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 Yeah, it's how. Who? Who? Baby. What? What? Okay. What? Не слышно вас. Who? Who? Пока вы показываете, говорите, no. Забываете. Так, sorry. Вот здесь. What? No. What? Варя сама первая среагировала, правильно. What? Только кроме Вари никого не слышу я. What? 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 Okay. What? 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 Вот, Гоша теперь слышу. Okay, thank you very much. Так, а теперь внимание. Вы говорите мне весь вопрос. То есть вы говорите, what this? Не слышу? What this? Или говорите, who is this? Who is this? Или how are you? Okay, how are you? So please start. What? 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 This? Не вижу. What's this? Now together. What's this? Okay. What's this? Okay. Wait. Who is this? And who is this? Okay. What is this? What is this? Вам удобнее говорить полностью, хорошо? Who is this? Who is this? Yes, very good. Who is this? How are you? How are you? How are you? Сразу вспоминайте. Hello. How are you? Hello. How are you? Так, okay. Hello. How are you? How are you? Okay. Hello. How are you? Hello, how are you? How are you? Hello. Who Hello, is this? Who is, who this? Is this? Okay. Who is this? Very good. What is this? What? Who is this? Okay. Okay, finished. Very good. Yay. Ну а теперь внимание, задание по парам. Please, goodbye cards. Put away your cards. Гоша, put away – это убрать. Не просто в стороночку отложить, а сразу на место, да? Где у тебя было место? В карманчике там где-то, да? Или в тетрадочке. Так, чтобы не потерялось, оно еще очень-очень нужно. Так, окей. Ну что ж. Big Ярослав and Светлана. Ярослав, you ask Светлана questions, okay? Who is this? Света, you answer. You say... This is a girl, or she is a girl, okay?
Who is this? What is this? It's a door. Door for me. Who is this? It's a girl. Very good, okay. Who is this? It's a teacher. It's a teacher, very good. How are you? I'm... Said, yes, I'm said, very good. Change, Sveta, you ask him questions. How are you? I'm great. I am great. I am great or I am happy, okay? How are you? I'm good. That's super. Yaroslav? Who is this? Who is this? It's baby. It's a baby, yes, it's a baby. It's a baby. How? Это предмет? What is it? Yeah, предмет это what? It's bag. It's a bag. Super, браво, clap your hands. Отличная работа. Варя, Ярослав. Варя, ask. Who is this? Ты отвечаешь? Who is this? Who is this? Нет, она тебя спрашивает, who is this? А ты отвечаешь? It's a... It's a... Man. Man, yes. It's a man. Okay. Ой. What is this? It's a... Window. Window. Знаешь, на компьютере такая программа Windows? Не знаешь, там программа на компьютере? Windows, да, Windows. Вот она и выглядит как окошко. Она вот про отсюда window можно и запомнить. What is this? It is... Рула. It's a rula, yes. Это наше новое слово. Так, окей, теперь ты спрашиваешь вопросы, Варя, ты отвечаешь. Самая главная подсказочка на доске. What? Is what is this? What is this? It's a window. Потому что одно окошко, да? It's a window. Uh-huh. Ой. What? Это предмет. Who is this? This. Who is this? Любой вопрос имеет три слова у нас. Смотри. Who is this? What is this? How are you? Who is this? It's a boy. Boy? Little boy? Man. Yes, it's a man. Okay. Попробуем, Алекс. Попробуем. Гоша, you ask and you answer. Гоша, start. What is this? Help. Bag. Yes, it's a bag. Сегодня в тетрадке записано. It's a bag. What about it? Who is this? It's a baby. Baby. Baby, baby, okay? Sure, I'm how is it? Good. I'm good. Okay, change. You ask questions. Alex, you ask questions. How are you? Hello. How are you? Stop. How are you? I'm happy. Mm-hmm. I'm happy. What is this? No, it's not what. It's a people. It's a person. Who is this? Who is this?
It's a teacher. It's a teacher. Okay. Who is this? Who is this? She's a girl. She's a girl. Very good. Thank you so much. Bravo. Well done. Так, окей, Фрэнс, сразу запишу, чтобы не забыть. Больше всего мне понравились в этой работе Ярослав Биг, Света, Варя и Гоша. И это я вам отмечу, конечно же, в класс тоже. Окей? За работу, за грамматику будет оценка. Алекс, Ярослав, еще поработаем. Окей? Повнимательнее поработаем. Так. Окей, Фрэнс. Ну что ж, сегодня мы с вами изучим что-то новое. А, и это достаточно интересно. Гоша, close your book, please. Итак, внимание. Сегодня у нас с вами days of the week. Дни недели. Чем интересны в английском языке дни недели? То, что англичане начинают все с субботы. No. С воскресенья в некоторых странах, не во всех. С воскресенья в некоторых странах начинается неделя, это так. Ну, а в самих названиях дня недели интересно то, что большинство из них произошло от названий планет. Окей? И все они, все дни недели имеют в себе слово day. Day обозначает день. Да? Итак, ну мы начнем с понедельника. Monday. Правильно. От слова луна. Moon. Только говорить мы будем не Monday, а Monday. Monday. При написании одна буковка O сократилась. И получилось что? Monday. Monday. И Monday и понедельник мы будем показывать вот так. Мы ждем тебя, Ярослав. Угу. Потому что Moon это луна, значит, надо спать, значит, Monday. Окей? Второй день недели мы будем говорить. Вторник. Tuesday. Как будет два? Two. Значит, это будет Tuesday. Почти, да. Tuesday. Я понимаю, почему мы будем показывать вот так, потому что перед рабочим днем надо хорошо выспаться. Это тоже правда. Итак, поехали еще сначала. Monday, Tuesday. Okay, again, please. Monday, Tuesday. Okay, very good. Следующий день недели. Это среда. Уже очень хочется выходных. И мы спрашиваем, ну когда же выходной, когда? Когда по-английски when? Поэтому будет Wednesday. Wednesday. Пишется очень трудно, а говорится легко. Wednesday. Когда? Спрашивайте меня. Wednesday. Wednesday. Алекс, tense. Wednesday. Tense. Wednesday. Окей, сначала поехали. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Так, теперь я показываю, а вы говорите. Wednesday, Tuesday, Wednesday, Monday. 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 Okay, very good. Четверг от слова «хотеть пить». Оно для вас тоже, наверное, незнакомое. «Хотеть пить» – это «thirsty». Thursday. Значит, день недели будет Thursday. Thursday. От слова хотеть пить. Thursday. Окей? Okay? И показывает в его пункта. Thursday. Thursday. Не слышу? Thursday. Thursday. Окей. Okay. Картошка фри. Friday. Friday. Только не Friday, да? А Friday, и будем, конечно, так показывать. Friday. Okay. Это Friday, yes. Пятница, Friday. Сначала поехали с самого начала. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Самостоятельно поехали. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Окей. Дальше. Суббота идет от слова. Mars. Что за планета? Сатурн. Saturday.
Saturday. Показываем вот так. Как Saturday? Saturday. Saturday. Так. И последнее слово. Это воскресенье. Это день солнца. Солнце по-английски sun. Значит, Sunday. Солнышко как раз вот так. Sunday. Немножечко... День солнца, да. Немножко в сторону поворачивайтесь, чтобы дружечку не ударить. Sunday. Так, окей. Ну а теперь сначала, поехали. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, very good. Now, please, you. Okay? Что особого в днях недели? Вот на вид, на вид. Чем они отличаются от русского языка? Вот на вид. Планетами. Ну, это понятно, да, что вот у них интересное происхождение. Подожди, а еще вот посмотри на начало слова. Что не так, как в русском языке? С большой буквы начинаются. Все дни недели начинаются с чего? С большой буквы, а заканчиваются словом? Day. Day. Yes. Гоша прям сегодня блещет у меня. В русском языке. Еще разочек. Начинаются с... Большой буквы заканчиваются day, словом day, да? Поэтому их легко запомнить. Please copy it into your work, copy books, okay? Обязательно рисуночки вот эти, обязательно. Если вам с доски неудобно списывать слова, то вы их можете посмотреть class book page 6, okay? Только внимательно, тут они идут не по порядку. Но я думаю, что если вам видно так, то лучше так. Рисуночки обязательны, потому что по рисуночкам вы будете их запоминать. Yes. It's okay. Чем? В тетрадочке мы работаем ручкой, а в книжках работаем карандашом. Uh-huh. Рисуночки обязательны. No, не так, не так. Вот так, смотри. One, two, и потом сначала. One, two, three, four. Ну-ка еще разочек попробуем. One, two, и быстренько. One, two, three, four. Stand up. Can you play guitar? Play guitar! Play the guitar! Your fingers, yes. Hello. Your fingers. My name is Matt.